Дорогие друзья, мы продолжаем фестиваль камерной музыки Союза композиторов России «Пять вечеров». Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры России. Информацию о композиторах и исполнителях вы найдете в буклете и программе фестиваля. Мы ведем прямую трансляцию нашего концерта и будем благодарны, если вы переведете ваше мобильное устройство в беззвучный режим. Желаем приятного вечера! На сцене камерный хор Московской консерватории, основатель хора профессор Борис Григорьевич Тевлин, художественный руководитель профессор Александр Соловьев, хормейстеры Мария Челмакина, Тарас Ясенков, Алексей Левин, Максим Пиманихин. Родион Щедрин. Слова Лимонова. Вечер замедленный. Дирижер, профессор Александр Соловьев. Родион Щедрин. Вечер замедленный. Слова Эдуарда Лимонова. Сцена российской жизни. Вариации для смешанного хора. Мухи летают и летают фразы. Вечер раздвигается, да не весь сразу. Брат улыбается. Тихо помидоры ест, а сестра качается, а в сестре задор есть. И поет сестра песенку неведанную, русскую, очень несчастливую, то широкую, то узкую. Говорится в этой песенке настоящими словами, как любил один одну, и друг друга они целовали. Вечер замедленный в России происходит. Брат поднимается, через дверь выходит, а сестра растрогана своим собственным пением. Слеза покатилась, мешается с зрением. За ней другая катится, и мокрое пятно уже на белом платьице. Да это все равно, ведь никто и не любит-то. И городок маленький, и книги все печальные, а в октябре валенки. Thank you.
должен сказать, что для нас огромное удовольствие иметь возможность уже в третий раз принимать участие в Союзе, в концерте фестиваля Союза композиторов России «Пять вечеров». Это, мне кажется, замечательное нововведение, которое дает очень серьезный творческий импульс для нас, исполнителей. И я хотел бы сегодня поприветствовать одного из идейных вдохновителей этого фестиваля, у которой на этой неделе был день рождения. Кариночка, дорогая, спасибо вам за эту радость, возможность музицировать на этой замечательной сцене в рамках фестиваля «Пять вечеров». Будьте здоровы и спасибо вам большое. Владимир Пономарев. «Пушкинские рощи». Хоровой цикл на стихи Кедрина. Мировая премьера. Солисты. Мария Челмакина, сопрано. Дмитрий Голиков, баритон.
Вячеслав Зуев, тропарь преподобному Андрею Рублеву. Thank you.
Вячеслав Зуев. «Не от холода рябинушка дрожит» на стихи Есенина. Рябинушка.
транслировать на всю Россию. Я знаю, что очень много хоровых дирижеров сейчас смотрят этот концерт. И мне кажется, в рамках сегодняшнего концерта очень много партитур, которые будут доступны и студенческим, и профессиональным, любительским коллективам во всей стране. Потому что действительно, с одной стороны, мы показываем где-то уровень очень высокий с точки зрения осмысления музыкального языка, а с другой стороны, мы должны и давать дорогу и шанс тем музыкантам, которые работают в регионах, чтобы они тоже имели возможность исполнять тех авторов, которые звучат в рамках фестиваля «Пять вечеров». Так что я вас благодарю за вашу музыку. Большое вам спасибо. Сергей Левин. «Благословенному». Хоровой триптих на стихи Рериха. Часть первая – «Свет». Часть вторая – «Капли». Часть третья – «Пора». Московская премьера. Солистка Мария Челмакина, сопрано.
трансляции, но он не запомнил имя этого автора, я его еще раз произнесу. Сергей Левин, город Тверь. Ольга Алюшина. Поэма памяти защитников на слова Ольги Бергольц. Солистка Татьяна Николаева, сопрано. Текст читает актриса театра и кино Елена Захарова. Дни наступления армий ленинградских, в январские свирепые морозы, ко мне явилась девушка чужая и попросила написать стихи. Она пришла ко мне в тот самый вечер, когда как раз 2 года исполнялось со дня жестокой гибели твоей. Она, конечно, этого не знала. Стараясь быть спокойной, строгой, взрослой, она просила написать о брате, 3 дня назад убитым в Дудергофе. Он пал, Воронью гору атакуя, ту высоту проклятую, откуда 2 года вел фашист корректировку всего артиллерийского огня. Стараясь быть суровой, как большой, она портрет из сумочки достала. Вот мальчик наш, мой младший брат, Володя. И я безмолвно ахнула. С портрета глядели на меня твои глаза. Мои постучала, доверчивая и прямая, во имя народной печали твой тяжкий заказ принимаю. Позволь же правдиво и прямо своим неукрашенным словом поведать сегодня о самом обычном, простом и суровом. Thank you.
Когда прижимались солдаты, как тени, к земле и уже не могли оторваться, всегда находился в такое мгновение один безымянный, сумевший подняться. Правдиво грядущая гордая повесть, она подтвердит, не прекрасив немало. Один поднимался, но был он как совесть, и всех за такими с земли поднимала. Не все имена поколения запомнит, но в тот иступленный, клокочущий полдень безусый мальчишка, гвардеец и школьник поднялся и цепи штурмующих поднял. Он знал, что такое Воронья гора. Он встал и шепнул, а не крикнул: «Пора!» Он полз и бежал, распрямлялся и гнулся. Он звал и хрипел, и карабкался в гору. Он первым взлетел, на нее обернулся и ахнул, увидев открывшийся город. И, может быть, самый счастливый на свете, всей жизнью в тот миг торжествуя победу, он смерти мгновенной своей не заметил, ни страха, ни боли ее не изведав. Он падал лицом к Ленинграду, он падал, а город стремительно мчался навстречу. Впервые за долгие годы снаряды на улице к нам не ложились тот вечер. И звезды мерцали, как в детстве отрадно, над городом темным, уставшим от бедствий. Как тихо сегодня у нас в Ленинграде, сказала сестра и уснула, как в детстве. Как тихо! Подумала мать и вздохнула. Так вольно давно никому не дышалось. Но сердце, привыкшее к смертному гулу, забытой земной тишины, как одинок убитый человек на поле боя стихшим и морозным. Кто б не пришел к нему, кто не придет, ему теперь все будет поздно, поздно. Еще мгновенье, может быть, назад он ждал родных, в такое чудо веря. Теперь лежит всеобщий сын и брат, пока что неопознанный солдат, пока одной лишь родины потеря. Еще не плачут близкие в дому, еще приказу вечером внимая, никто не слышит и не понимает, что ведь уже о нем, уже к нему обращены от имени державы прощальные слова любви и вечной славы. Судьба щадит перед ударом нас, мудрей, наверное, не смогли бы люди. А он отдан родине сейчас, она одна сегодня с ним пробудет. Единственная мать, сестра, вдова, единственная, заявив права, всю ночь пробудет у сыновьих ног. Земля распластанная, тьма ночная, одна за всех, горюя, плача, зная, что сын непоправимо одинок. Мертвый, мертвый, он лежит и слышит все, что недоступно нам, живым. Слышит ветер, облако колышет, высоко идущее над ним. Слышит все, что движется без шума, что молчит и дремлет на земле. И глубокая застыла дума на его разглаженном челе. Этой думы больше не нарушит. О, не плачь над ним, не беспокой. Тихо торжествующую душу, услыхавшую земной покой.
Знаю, утешением и отрадой этим строчкам быть не суждено. Павшим с честью ничего не надо, утешать утративших грешно. По своей такой же скорби знаю, что неукротимую ее сильные сердца не обменяют на забвенье и небытие. Пусть она чистейшая, святая, душу нечерствеющей хранит. Пусть любовь и мужество питая, навсегда с народом породнит. Незабвенной, спаянной кровью, лишь оно, народное родство, обещает в будущем любому обновление и торжество. Девочка, в январские морозы, прибегавшая ко мне домой, вот, прими печаль мою и слезы, реквием несовершенный мой. Все горчайшее в своей утрате, все души, светившее во мгле, я вложила в плач о нашем брате, брате всех живущих на земле. Неоплаканный и невоспетый, самый дорогой из дорогих. Знаю, ты простишь меня за это, ты, отдавший душу за других. Поклон, дорогие коллеги. Завершилось первое отделение концерта. Объявляется антракт 10 минут.
Начинаем второе отделение концерта в рамках фестиваля «Пять вечеров». Алексей Сысоев, «Пия Езу» для вокального ансамбля и альта. Партия альта, лауреат международных конкурсов Андрей Усов. На сцене ансамбль «Интрада», художественный руководитель Екатерина Антоненко. Дирижеры Екатерина Антоненко, Глеб Кардасевич.
Арман Гущан, Абсольве Домине, для вокального ансамбля, скрипки и виолончели. Партия виолончели, лауреат международных конкурсов Петр Кондрашин. Партия скрипки, лауреат международных конкурсов Иван Наборщиков.
Алина Подзорова. «Ночные мерцания».
Лидия Мария Кошевая. Пятое время года для вокального ансамбля и виолончели. Партия виолончели, лауреат международных конкурсов Петр Кондрашин.
вокальный ансамбль «Интрада», художественный руководитель Екатерина Антоненко, дирижеры Екатерина Антоненко, Глеб Кардасевич. Уважаемые зрители, третий вечер фестиваля подходит к концу. Ждем вас завтра на следующем концерте фестиваля Союза композиторов России «Пять вечеров».